Mountain Black. И которая история героя. И типа того. Первая Mountain Black. Верхом и с мечом. Слез ее. Ребята, вдесятером на нас напали. Израсходовали метательные топоры. Но зато у них есть двуручные. Видите, что творят? Ужас. Я бы с ними справился. Если б у нас была эта... Как ее? Кавалерийская штучка. О, только я достал, они сразу оп, и щиты высунули. Такие шустрые ребята. Вот что творит. Замахивается. Бонаас. Мимо. Он-то не промажет, если что. Изверг. Вот что творит. Видишь? Видишь, что творит? Чего творят? Должен заряжать медленно. Два дэмидж. У них еще и кольчужки симпатичные. Экипированы. Звездные ребята. Это вам не это вам. Нордовые. Сколько у него жизни там? 80? 300? Черт его знает. Ну и как нам с ними быть? Ноль дэмидж. Спид бонус 63%. Спид бонус. Спид манутый бонус. Замечательно. Бонусизм. Это они выдумывают все, мамусечка, это такие дела. Нет, я говорю, это они, воспаленное у них воображение, сценарии такие пишут. Набирают, черт знает откуда людей, вот как Ксюшенька Бородина в окнах у Нагиева была. Она вообще первый раз увидела двух молодых людей, которые за нее, за ее...
расположение дрались на этой передаче. И этим управлял комиссаров. Ну, это третья, и тут родила вторую. Вот. Это все. Надо же, чтобы всякие гадости снимать, мамусечка. Точно? Это же важно очень. Нет, это ты усомняешься. Все. Смотришь всякую чушь. Это не может быть, потому что... Потому что не может быть никогда. Почему они протестуют медицину-то? Против этих глупостей. Вот именно. Вот. Видишь, творят. О. Вот. Слушай, посмотри. Мамуська. Давай я пойду туда смотреть, а ты... Боже, а ты за меня победишь. Мамулечка, ты победишь. Не надо тогда. Тогда чуть-чуть. Ну, мамулечка. Так, 36 дэмидж. Господи, да сколько ж у него жизни-то. Да. Господи. И у них еще из попы еще у них. У них еще и в попе зачем-то усы. Вот. Я не русак, я природный прусак. Или, не, я не прусак, я... Да. Прусаков почему-то таракан... А, потому что они рыжие были. Прусаков тараканами звали вроде бы. Потому что они рыжие. И, наверное, где-то усатые. Хорошо же было. Ой, дяденьку задели. Ля-ля-ля-ля-ля. Кто-нибудь, помогите. Это все. Как вот. Мы зашли в таверну. В таверну зашли. Там мужики были. Серьезные мужики с этими скопьями, с большими щитами. Оп. 11 дэмидж получила лошадка наша. Стебанули. Это он специально вот 10 дэмиджа получил. Ну, еще так вот. И все. Можно заказывать. 4 дэмиджа получила лошадка. Нет, ну что-то нет, это нехорошо так. Так надо как-то с другой стороны, что ли. Это у нас по какой, а нужно по другой. Мы по часовой. Во, мы против часовой, а нужно по часовой их объезжать. Наверное, так подручно лучше. Оп. 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 Ой, то не вечер, то не вечер. Мне мало стать. Деливер. 19 дэмидж. Деливерит. Нифига себе. Это мы опять против часовой. Черт, что нас все тянет против часовой-то, ну? А, подождите. Ракету перед стартом обходят против часовой. Почему-то тоже. Здесь правая рука, чистая, с подручней, по часовой. По часовая оплата. Не дам же почему. О, вот это да. Это был прямой удар в голову. 39.
39 дэмиджа. Три дэмиджа. Это он еще отбился этим самым. Этим, как они отходят, видите? Вот что значит искусственный интеллект. А не какой-то там не искусственный. Но что, если победим, если, как говорят, у нас спартанщины. Если он победит, то будет у него кольчужка и не кожаная какая-нибудь, понимаешь, броня, а натуральная, металлическая. И шишак будет, и со всеми делами. О. Один дэмидж наносит конь. Хорошо бы, конечно, получше там изучить, что там пишут, чтоб подремнуть. Ой, вот это да, 17 дэмидж сами получили. Что-то снижается кровотечение у лошадки. Нет, нам не победить. Все, нужно будет новую игру начинать. Лошадка получила 8. Ну, тогда, значит, она сбила молодого человека, лошадка, и получила 1 дэмидж. Вернулся. Как он вернулся, непонятно. Ну, видно. В мертвой зоне. Они еще откидывали меня топорами вначале. Я кружился. 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 Но топориков 7 штук или типа того. Это что такое было? Неизвестно. Это нас или мы? Против лошадей специализируется. Тормознулся, он мог стебануть так, что по спинке, топориком-то это ж самое милое дело. Сбавишь темп и хана, а это копьем в попу может их неделю укрыть. Это вот конь
бонус 131%. Молодой человек не выдержал такого дела. 83. Дэмиджа. Это Каню. Где нос? На нос. Ой, один дэмидж Каню. А, нет, конь. Каню 5 дэмиджа. Морской разбойник. Вывернулся. Морской разбойник. Хорошие ребята, морские разбойники. Веселые. Песенки поют. Сам получил 3 дэмиджа коню. Врезал на 4 дэмиджа. Один дэмидж от коня. Еще здесь такие бронированные коняшки есть. Помимо того, что есть еще эта штука. Ой. Кроме. Ой. Ну все. Сейчас капец будет. Нет. Кроме того, что пикой можно всех мочить в этой игрушке кавалерийской. А, она еще есть турнирная пика. И это лучше. Потому что сохраняешь жизнь человеческую. Она имеет значение, человеческая жизнь. Всем дэмиджками. Вот это вот турнирной пикой может сохранить жизнь и продать невольника. Увернулся. Оп. Увернулся. Увернулся. Никаких повреждений никто не нанес. Обделались легким испугом. Так. Это, конечно, хорошо. Так. 41 дэмидж нанес конь. А коню нанесли тоже. Нанесли. А тут он просто упал. Чуть-чуть упал, но бум. А тут промазали оба. Во-первых, они еще и убегают. Кинт. Убит. Морской бандит. Убит.
Saint George. Bum. Ноль дамедж. Он его пихнул, но повреждений не нанес. 28 повреждений конем. 28 единиц. Он его стебанул. Бум. 12 получил конь повреждений. Он получил 2 повреждения. Потому что конь не бронированный, а он бронированный. Ой, мимо. Как он решает, какой удар нанести? Ну, теперь новые игрушки Mounted Blood. Ой, о, круто. Новые игрушки Mounted Blood. Чушка это 74 боди и 4 ножки. 37, а, это 37. 17 с продажная цена. 4 ножки, 4 ножки. 37 защита тела, 21 защита тела. Сейчас красивые будем, как собаки. Так, 40. Защита головы. А это 39. Нордик. Шлем. Шишак. Нордический. Северный. Так, это у нас 13 и это 13. Это у нас Слинк. Если зажать Ctrl, то не нужно перетаскивать, а только кликать. Кликаем мышкой и все. Колесиком, колесиком его. А не колесиком не получается. Вот так двигать не получается, а так двигать.
зажимаем правую кнопку мыши и бежим в тир. Переночевали. Сиры. Морник. Малин. Прямо. Use you in my company. I will let you know if you hear of anything. I've been around and about, but it's a hurry. Who will take on an old bag of bones like me as a fighter? Even if I could whip like half the boys in his outfit. Я тебе дам знать, если услышишь, что кому-то надо такая тетя. Тетя Мотя. I know who to swing the blood. This strange wand and feet. An army. On them march. It would be foolish. Who passed up the opportunity to hire an experienced like me? Say, lady, don't you command a war party? Это звучит привлекательно. It sounds like you will be useful. You are hired. But bring it. Sorry, madam. We have already got as many in our company as we can handle. Very well. Вот вам 100 динаров. Make yourself ready. Leave soon. Sorry, I cannot have it. But
у нас теперь в бригаде тетенька. Тетенька-матенька. Журнал. Нет. Ну, зараза. Энтри, характер, пати. Пати. Катрин. Так. Let me see your equipment. Yes. Зовите меня просто сэр Джордж. Let me see your equipment. What can you tell me about your skills? We need to separate for a while. I'd like to ask you something. Never mind. Let me see. Снимай все, девушка. Снимай все некрасивое, и будешь как конфетка у нас. Некрасивая. Оп. Так, что у нас тут еще есть? Еще. Чок. Так. Это металлка. Палка-металлка. Это не палка. Поле. Пока. Опа. Она не умеет этим пользоваться. Этим не умеет. Этим умеет. Вот еще один. Два. Два щита. Ладно. Так, это 304. Это 487. 384. 304. Так. Кузнец. Сколько у нас денежек? 531 остался. Денежки. Денюшенцы. О, если у нас 105. 105. А стоит? Сколько стоит? 105. А это стоит 105, а это... 2,5. Это полтора. Ну это короткий. Он Weapon Reach 73, а здесь 99. Она должна ближе к себе подпускать. И стоит. И это дороже стоит. Ну ладно. Она будет сначала бить вот этим вот. 2,3. А цена 37,48. Да, хорошо. Ну ладно. Все хорошо, прекрасная маркиза. Если бы еще лошадку бить. Так, ну не обязательно. Nevermind. Да. Лошадка арена. Go to marketplace. Это у нас. Так.
нас меньше. Хэви-хантер. Тяжелый охотник. Вот это мальцы такие, что мало не покажется. Сметай, ой, это... И 35. А это дороже. У него спид 41. Зато эта штучка. Латы 29. Защищенность. А это 65. 65, но он дешевле зато. Хэви Хантер. Хэви Хантер. Маневренность 36, 32, 37 маневренности. Так это хорошо. Конечно, все. Да. Нем пику. Пику. Но она сразу не появляется вроде бы. Это самое хорошее. Такое хорошее. Оружие, пика, ремонт, пилогон и ничего хорошего. Так, это сюда, и это сюда, сюда, сюда. Армор. Амор. Амор. Амора Мио. Ритон. Пати. Пати, пати, пати. Пати, 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 пати. Ура! Могло не случиться это. Не это дело. Спид 34, спид 37. Защищенность 17, защищенность 4. Маневренность как 34, это 33. Цена продаж 57, а это 67. Девушка какая у нас. О, какая прелесть вот эта игры с инвентарем. Вот такая прелесть. Never mind. Never mind. О, трейд. Три. Она продажностью занимается. Лутинг. Один. First aid. Первая помощь. А, это мы. Это мы. А она. Трейд. Три. Вот. Трейдман. One trade. Трейдман. 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 Wound. One. Трейдмент. Гипер трейдмент. Так, это. Оп. Маркетплейс Армс. Гудс. Кусаются тут цены.
два. Кто его знает? Это как пойдет у нас все. И сколько? 33, 23, 17. 8, 8. 8. Здесь еще бывают арбалеты, которые нельзя использовать верхом. А может, есть еще и пики, которые верхом нельзя использовать. Кто его знает? Так, 54. Конечно, можно выбросить стрелу. Сколько она стоит? Можем лук купить. Но нужно знать, что она им будет пользоваться. Что она им сможет пользоваться. 151. 150. Ужас. Какая другая лиса? Ну ладно. Так. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Да, хорошо бы еще прокачать эту штучку. Как ее? Так. Prisoner Management. Every level of the skill increases maximum number of prisoners by 5. Leader skill. Лутинг 10%. Лутинг, лутинг. Это... О. Не хватает вот этих вот скиллпоинт для изучения. Так, скиллпоинт, лутинг. Трейд у меня... А, у меня нет, у нее есть. Mm-hmm.
increases the amount of wood obtained by 10% per skill level. I should sound like one. Feeding party map speed. Передвижение по карте. Spotting. Party sync range is 5-10% skills level. Это обзор. Это передвижение по карте, это обзор на карте. Inventory management. 6 ячеек. Лутинг — это хорошо, но если некуда складывать, лутинг не поможет. Callous usage of all weapons like spears, lances, staffs, etc. Это вроде бы это самое пика. Дан. Так. Что у нас там с этим? Это не пика. Это не тательная пика. Это 157. Weapons reach 112. А мне нужно 250. Это кавалерийская пика. Weapon H. Это химитательное. Ва. Блин, какая. Так, и сколько она? 170. Это она чуть-чуть вот так вот перед конем вот она. Чуть-чуть настолько от коня усовывается. Никакого толка от нее. Так. 134. Это 155. А это 170. Не подходит нам это. Это не серьезно. Так. Walk around the street. Прогуляться по улицам. Визит в таверну. Go to marketplace. Так, wait. Таверна. Это как бы торговец вот этот вот. Slave trader. Делали что?
карантина. Вот пупсик какой. Пупсик это хорошо, конечно. Больше пекана, больше она. Чего же она не продается-то? Береги его на местах. Tell me about what you do. Do you happen to have a job for me? Hello, stranger. You seem to be new to Tyre. I am a guild master of the town. Can you tell me about what you do? I'm the guild master of Tyre. Это мы уже читали. You can say I'm the leader of the good people of Tyre. I can help you find a job if you are looking for some honest work. Who rules this town? That's all. I need to know things. Our town lords, town lords and protector is Lord Aydin. He owns the castle and sometimes resides there and collects taxes from the town. However, we regulate our service in most of the matter. That concern our service. As the town's guild master, I have the authority to decide those things. Yeah. One of merchants here is looking for headsman to take his cattle to the market at Raven. $350. It must be it. Raven wouldn't take me sooner. It's better, much better. But it must be absolutely no later than this.
scritti Days if you can do that, I'd be willing to pay you for your trouble. Interested. I can take a head to Brown. Завершение этого дела. Валили квест. Квест фаут. Мув кастом. Ага. Квест провал. Опшенс. Сейф. Так. 20 дней прошло, что ли? Нужно было сопровождать кого-то. В этот самый, в кастом. А мы побежали, побежали и того убили, наверное. Караваны ведь типа того сопровождать. Ну ладно, на этой оптимистической ноте. Заходите, если что. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Подписывайтесь, комментируйте. И это как его. Делитесь видео. И что еще там?